говорят, Челябинск – город очень суровых людей. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть добрых, улыбчивых и талантливых студентов и преподавателей Южноуральского государственного университета. Продолжение документального проекта о передовых вузах и уникальных профессиях. Давайте творить чудо, смешивать что-то с чем-то. Не взорвется, я надеюсь? Взяли бы меня в свою команду? Перспектива есть. Есть составы, где можно потренировать. У водителей встречных машин ужас в глазах, когда они видят этот вездеход бизнес-класса. Вы можете приблизительно хотя бы сказать, сколько вредных веществ выбросилось в атмосферу? Приблизительно, скорее всего, нет, а вот точно да. Хочешь понять, какая это сила? Ничего себе, вот это мощь. Мои университеты. Будущее за настоящим. В пятницу в 8:25 на НТВ.